Добрый день, дорогие телезрители. Хочу вам показать головку на двигателе S6D Kia Spectra, Kia Шума, объем 1.6, 16-клапанная, 102 лошадиные силы, с номером K219Z10090A. Головка идет в комплекте с распредвалами. Видно впускной, выпускной, гидрокомпенсаторы. Соответственно, стоят маслосъемные колпачки, клапана, пружины. Уже стоят болты постели, тут все закручено, все стоит. Притирать ничего не надо. Просто снимаете свою старую головку и устанавливаете уже новую. Вот мы видим каналы. Вот клапана, плоскость, соответственно, головка смазана маслом специально, чтобы она не покрывалась никакими плохими веществами, как не окислялась, ничего не ржавело, вода, чтобы не попадала. Все смазано маслом, соответственно, готово для установки. Данная головка произведена на заводе GMP.